Современное оборудование, новые технологии и неиссякаемый интерес к знаниям – все это в Клинцовском детском технопарке «Кванториум». Привлекает современное здание и гостей. Заместитель директора по образовательной деятельности Алла Бондаренко поприветствовала слушателей и выразила надежду в дальнейшем плотном сотрудничестве с Новозыбковым. Мы рады вас видеть в нашем учреждении, детском технопарке «Кванториуме», на базе VR-Quantum. Наша маленькая экскурсия станет основанием для долгого сотрудничества. Надеемся, что мы станем добрыми друзьями и в дальнейшем наше сотрудничество продолжится. Самые яркие впечатления участники экскурсии получили от знакомства с VR-кванториумом под руководством педагога-наставника. Попробовать такую установку впервые. Для воспитанников, пожалуй, это настоящее событие. Сегодня я впервые попробовал виртуальную реальность. Это очень необычно. Мне понравилось. Это заставило задуматься о более углубленном изучении 3D-моделирования. Экскурсия стала возможной благодаря инициативе руководства «Кванториума», которое откликнулось на предложение руководителя Центра технического образования Новозыбкова Игоря Дятлова о взаимодействии. Он смог лично оценить возможности оборудования детского технопарка в Клинцах и поделился впечатлениями. Первое посещение, самое положительное. Видно, что дети заинтересовались тем, чем занимается «Кванториум», какие кванты предлагает и какие направления подготовки в дальнейшем будут доступны, в том числе и для наших детей. В первую очередь мы надеемся на то, что в рамках сотрудничества работники Клинцовского «Кванториума» окажут нам такую методическую помощь в плане обучения наших преподавателей основам работы с этим оборудованием. Федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» сегодня активно развивается на территории Брянской области, вовлекая в свои программы все новых и новых слушателей. Возможность прикоснуться к науке и технологиям – все это сегодня доступно каждому. Мария Сильвестрова, Григорий Дупанов, Андрей Шевченко, Евгений Цветков. События Клинцы.